Приветствую, друзья! С вами на связи Алена Лаврова. И сегодня мы с вами поговорим о Google Hangouts. Так, что же такое Google Hangouts? Во-первых, это сервис, онлайн-сервис от Google, абсолютно бесплатный. И что же он дает нам, как интернет-предпринимателям, как бизнесменам, которые продвигают свой бизнес через интернет? Он дает следующие возможности. Во-первых, это, как вот здесь вот и указано, создавать групповые чаты и в режиме онлайн переписываться. Переписываться с группой людей, которые находятся в ваших кругах в Google Плюсе. Также Google Hangouts дает возможность проводить видеовстречи. Видеовстречи маленьким кругом людей с 9 друзьями одновременно. То есть всего возможно с 10 людьми. Включая вас, это будет 10. Что на этих видеовстречах возможно сделать? Во-первых, одновременно все могут показать свой экран. В отличие от возможностей Skype, где экран может видеть только один человек, у другого при личном звонке. Здесь же все 10 человек могут увидеть поочередно экран каждого человека, кто участвует в видеовстрече. Какие еще есть интересные возможности? Это возможность создавать документы. Документы в Word, документы в Excel, документы презентации. Одновременная работа всех людей, которые находятся на видеовстрече, в одном документе. С онлайн сохранением этого документа. Это очень функция полезна, например, для работы внутри какого-то бизнеса, внутри какой-то структуры, когда нужно какому-то определенному количеству людей создать в один момент документ, когда есть идея у одного, у другого и третьего, и каждый вносит свою лепту в создание этого документа. Допустим, вы желаете создать какой-нибудь вебинар вдвоем, втроем, и одновременно можете его создавать через Google Hangouts, через видеовстречу. Что еще возможно? Во-первых, это то, что этот сервис поддерживается как на компьютерах, так и на мобильных телефонах и планшетах на базе Android и Apple. То есть вы можете быть в поездке, у вас есть на планшете Apple выход в интернет, и вы можете в режиме реального времени делать бизнес. Это очень значимо, поскольку бизнесмен всегда в движении, всегда в поездках. Что еще возможно и очень хорошая фишка, это проводить прямые эфиры. Прямые эфиры ваших встреч. Либо, допустим, вы организовываете какой-то свой личный канал по интернет-бизнесу, либо по вашему бизнесу. И через прямой эфир вы можете подключить огромное количество людей, в том числе тех, которых вы абсолютно не знаете. Как это делать, мы посмотрим по видео. И этот живой эфир, он транслируется как в Google+, так и на канале YouTube одновременно с записью на канале YouTube. То есть это видеовстреча в прямом эфире без каких-либо дополнительных программ по записи, ну, допустим, таких как Camtasia Studio, без дополнительных вот этих программ записывается на канал YouTube. Итак, как же начать видеовстречу? Заходим
в Google, и в левом верхнем углу в меню Google есть значок плюс А, плюс ваше имя. Если вы авторизованы в Google, то будет плюс имя. Если вы не авторизованы, то будет плюс вы. И тогда вам нужно будет вот здесь в правом верхнем углу авторизоваться в Google. Нажимаем на плюс имя, и выходит Google Plus. Ваш аккаунт в социальной сети Google Plus. И как начинаем видеовстречу? Блок видеовстречи находится в правом столбце социальной сети. Вот здесь внизу написано «Встреча в Hangouts». Когда вы подводите к нему, то выплывает окошечко, где есть возможность начать встречу или начать вечеринку. Нажимаете. Выходит окошко, в котором вы можете пригласить на видеовстречу. Здесь вы прописываете тему вашего разговора. А в поле ниже вы добавляете либо имена друзей, либо email друзей, если вы их знаете. Либо круги. В том числе вы заранее можете создать круг под конкретную видеовстречу и выбрать его. После этого нажимаем кнопку «Отправить». И начинается видеовстреча. Вот как вы видите, здесь внизу включена видеокамера. Чтобы ее отключить, нужно в верхнем правом углу нажать на иконку «Камера». Выключаем камеру, и появляется фотография. Фотография вашего аккаунта в Google Plus. И вот смотрите, запись опубликована, не закрывайте это окно, чтобы пользователи могли присоединиться к видеовстрече. Как другой человек, которому вы послали приглашение, увидит это? В каком месте? Во-первых, для начала вам нужно зайти в настройки аккаунта Google и проверить, какие у вас настройки оповещений по имейлу. Здесь должно быть, что Hangouts дает оповещение на видеовстречу и приглашает в чат. Должны стоять чекбоксы. Эта ссылка настроек будет дана под этим видео. Если у вас все настроено, то как же это будет отображаться на почте? На почте Gmail. Заходим на почту, и вот вы можете здесь увидеть, что Google Plus, конкретный человек названия Алена Лаврова, приглашает вас на видеовстречу. Когда мы нажмем и откроем это письмо, то опять указано, что вас приглашает на видеовстречу Алена, и есть возможность присоединиться и также есть возможность загрузить плагин Hangouts, который будет необходим для того, чтобы зайти на онлайн-конференцию. Нажимаем «Присоединиться». К сожалению, не дает мне. Сейчас я ту закрою. Снова нажимаем «Присоединиться» и открывается окошко видеовстречи.
Ну вот эта видеовстреча уже закончилась, которая, на которую было приглашение. А если бы она еще шла, то мы бы с вами вошли на видеовстречу. Здесь вы можете создать новую видеовстречу с тем же человеком, который вам выдал приглашение. Где еще можно смотреть приглашение? Вот аккаунт опять Google+. И нажимаем в столбике Hangouts, где написано «Новый чат» и стрелочка. Стрелочку – это меню Hangouts. И здесь есть рубрика «Приглашение в чат». Если вы ее нажмете, то можете увидеть, кто вас пригласил на видеовстречу. И в том числе профиль этого человека, кто вас пригласил. И вот здесь вот вы начинаете видеовстречу. Если она закончена, то ничего не будет. Вот в данном случае она уже закончена, эта видеовстреча. Если же она сейчас идет в реальном времени, то будет кнопка «Присоединиться», точно такая же, как на почте, на вашей почте Gmail. А теперь давайте посмотрим, как же можно проводить видеовстречи онлайн для всех. Вот опять Google+, только другой аккаунт. И слева есть меню. Меню социальной сети. Когда мы подводим к стрелочке, выпадает это все полностью меню. Мы ищем название Hangouts в прямом эфире. И нажимаем на него. И выходит страничка. Страничка Hangouts встреч, которые сейчас идут в прямом эфире. Вы можете присоединиться к любой из них, если вам это интересна тема, или создать свою. Каким образом? Просто нажать на кнопочку «Начать видеовстречу». И выходит поле, окошечко, где в первом поле вы пишете название видеовстречи. Здесь добавляете точно так же имена, круги или адреса электронной почты, которые будут участвовать в комнате видеовстречи. Как вы помните, 9 человек плюс вы, всего 10 человек могут находиться в комнате Hangouts, а все остальные будут смотреть вас в прямом эфире в ленте Google+. И на канале YouTube, на канале вашем YouTube, который соединен с профилем из Google+. И здесь нужно просто нажать «Начать видеовстречу в прямом эфире». Мой канал, канал YouTube уже подвязан к профилю. Но если вы в первый раз это делаете, то тогда выйдет немного другое окно, а именно вот такое. Чтобы начать Hangouts в прямом эфире, сначала свяжите свой канал YouTube с профилем Google+, или страницей Google+. И здесь нужно нажать «Подключить аккаунт». Все делаем по шагам. Способ подтверждения: смс, страну и вписываем номер телефона. После этого нажимаем «Отправить». И ждем смс. СМС на телефон.
СМС пришло, я вписываю код, который мне выслал Google Plus, и нажимаю кнопку «Подтвердить». После чего меня поздравляют и пишут о том, что, во-первых, я теперь могу видео загружать более 15 минут, и в том числе показывать свои видео-встречи в прямом эфире на канале. Итак, мы рассмотрели все возможности по Google Hangouts, а теперь войдем в видео-встречу и посмотрим, что же, как же там, какой же интерфейс. Итак, нажимаем «Начать вечеринку». Выбираем «Мои круги» и отправляем приглашение. Убираем видеокамеру. Приглашение отправлено, мы ждем, когда люди подойдут. Как же показать экран? Как же сначала писать в чате? Вот здесь вот слева меню Hangouts. Когда вы нажмете на чат, то выходит возможность писать. В том числе добавлять смайлы. Enter. Отправили сообщение в чат со смайликом. Как еще можно пригласить участников, если вы кого-то забыли? Нажать на кнопку «Пригласить участников» и выбрать по имени, либо по кругам, либо по конкретному имейлу людей. И нажать кнопку «Пригласить». Как показать экран? Нажимаем «Показать экран». Нам выходит окно, в котором мы выбираем конкретно, что люди увидят, конкретно какую страницу, открытую вами, увидят. То есть другие страницы они не увидят. Вот в этом отличие от Skype. Skype, если открываешь демонстрацию экрана, то другой, кто смотрит ваш экран, видит все действия, куда вы ходите со страницы на страницу. В Google Hangouts вы выбираете, допустим, одну страницу, и если вы будете переходить и делать свои действия, при этом другой человек, другие люди, которые находятся в видеовстрече, это не увидят. Нажимаем кнопку «Предоставить доступ к экрану». И сразу у меня начинает мигать, что экран видят другие люди. Как создавать одновременно документ? Нажимаем Google Drive. Закрывается Google Диск. И открываются все файлы, которые находятся в Google Диске. Выбираем презентацию или тот или иной документ, который нужно редактировать. И нажимаем «Выбрать». И вот он открывается, и в нем уже могут производить редакцию все, кто находится в видеовстрече. И этот документ автоматически сохраняется на Google диске. Вам никаких кнопочек не нужно нажимать по сохранению, как это происходит, когда вы редактируете документ в Word или в Excel у себя на компьютере. Это тоже достаточно хороший плюс. И есть еще такое поле, как YouTube. Здесь вы можете выбрать видео, которое покажете всем участникам видеовстречи. Как это делается?
в правом верхнем углу «Добавить видео в плейлист». Выходит поисковая строка, где вы можете набрать конкретное название видео. Выйдет перечень видео, которые с таким же названием. И через плюсик вы его добавляете. И сейчас вы можете просматривать это видео со всеми участниками видеовстречи. Какие есть еще возможности? Есть возможность сделать скриншот экрана, если вам в тот или иной момент это нужно. Есть возможность побаловаться и добавить Google эффекты. Звуковые эффекты. И затем различные короны и так далее. Вот это краткий обзор функций и возможностей Google Hangouts. Желаю вам проводить видеовстречи внутри своего бизнеса, со своими партнерами, создавать в онлайн режиме документы, презентации и проводить видеовстречи в живом эфире на весь мир через Google+ и YouTube. Всего вам доброго, удачи! С вами была Алена Лаврова.